Всем привет, девочки! Вчера было у нас видео на короля, сегодня мы сделаем на королеву. Итак, что в вашей жизни происходит в самое ближайшее время, что вас тревожит или радует, и мы посмотрим. Сегодня загадывать королеву не буду. Давайте пусть колода сама определит, кого хочет показать. Вы можете загадать как на себя, так и на какую-либо другую королеву, к примеру. Поэтому дадим свободный ход. Так как очень интересно, пока открывается пространство. Конечно, после затмений. Ой, и еще как бы в продолжение. Говорю, танец ретроградного Меркурия. А теперь уже поближе к параду. Несколько планет. Ну, сейчас посмотрим. 20 числа. Все. Так. Поехали. Первую королеву мы с... О, королева. Есть уже. Ну, смотрите. Итак, здесь 36. Первая королева при дороге или в какой-то долгой дороге или ожидании с дороги, возможно, при своих надеждах или, возможно, некая пара. Здесь может быть вопрос еще о паре. Вот так. Поэтому... Ой, тут чего-то уже в ногах королева бубновая. Трифовая масть в интересе. Тут, в принципе, скорее всего, королева жезлов. Ой, извините, королева трифовая, в принципе, что одно и то же. При защите собственных интересов, и при этом она хочет, то есть эта королева хочет, может быть, вы или загаданная вами королева, отстоять свою собственную позицию и, может быть, рассчитывает на какой-то разговор с дамой Бубей. Не могу пока сказать, что это приятно, и, скорее всего, так, можно сказать, нейтральный, и скорее как бы на нейтральной территории или территории все-таки какой-то ближе к королеве именно трифовой. Ну, то есть, ну, скорее всего, не у нее дома, а какой-то пространственная какая-то работа. Ну или, возможно, еще вопрос того, что просто общение, как работа, может быть. С кем-то общение у нее как бы на постоянном таком круговороте. Ой, чего это я? Ха, вот есть. Так, поехали. Три, так три. Уже как пошло. Три у нас тут. Oh.
на сердце или вопрос детей, если есть у этой дамы дети, вот переживания какие-то, может быть, даже с денежным, ну, как бы денежные проблемы, денежное поддержание, разговоры, ну и так далее. Или, может быть, именно ее собственные просто хлопоты по каким-то денежным вопросам. Ну, с работой, может быть, действительно улаживает дела. Вот надо по работе что-то уладить. На сердце есть какая-то дама, дама кубков, дама червей. Скорее всего, у дамы Трифовой работа, дорога и все ее хлопоты связаны с какими-то любовными проблемами другой женщины. Может, эта женщина для нее кровная родственница, а может быть и близкая подруга. Ну, как-то так. Но все там как бы дела собрались, по сути, именно в этом направлении на сегодняшний день. Может, собирается в дорогу, в принципе, чтобы решить, помочь. И опять вот вопрос скорее всего, именно денежная составляющая. Ух ты, одни дамы тут, что ли? Ну, смотрите, по прошлому тут что-то не совсем хорошая ситуация, по сути, совсем не хорошая, плачевная какая-то ситуация. Реально, может быть, связана опять же с какой-то женщиной старше по возрасту или вопрос нападения нехороших воздействий, порчи, крадников и тому подобное. Ну, в принципе, может быть, потому что здесь женщина при защите собственных интересов, ее жизни и вопросы того, постоянная то ли тревога, то ли борьба, встречи, много встреч. Если это все-таки семейная пара, ну, как бы вы думаете, то вопрос именно разрешения неких вот как тревог все-таки. Разрешение тревог. Да есть тут ситуация развития сюжета, называется. Есть ситуация развития сюжета. Она вам, ну как бы эта женщина или вы помогаете, опять же, заняты работой по вопросу чьей-то почти трагедии любовной. А с другой стороны, это может быть вопрос, когда вы, ну, то есть вы хотите действительно, ну, как бы немножко, ну, как... Это очень серьезный разговор, ваши вот эти дела. Но дело в том, что это такое состояние, как будто бы вы попали в одну и ту же кутерьму, в которой, в принципе, как воду в ступе. И вы понимаете, что эмоционально вы от этого как бы не в состоянии избавиться, что ли. Ну и гоняете что-либо по кругу, тут выходит. Опять, и тут дама есть, ну и тут какие-то вопросы. И тут какие-то вопросы. Опять некая личность, королева бубновая, по вопросу или претензии к вашему дому, крестовому дому, или вопросы работы, действительно работы. Смотрите, тут слишком много женской, в принципе, карты. Можно говорить о том, что вы таким или другим образом работаете в женском коллективе, что, в принципе, ну как-то он уж очень сильно влияет тогда на вас, и тогда это почти может быть где-то и змеиное кубло, потому что за вашими плечами там очень хорошая ситуация.
ситуации. Ну, как бы все вокруг да около крутится. Ну, или вы просто работаете с женщинами как доктор или какая-либо другая, вот как бы по женской как профессии, потому что здесь много вопросов с женской как бы стороной. Я бы не говорила здесь, что это касается вашей личной жизни пока. Тут можно сказать, что где-то личную жизнь вы пока как бы оставляете по вопросу на ближайшее. Так, король пентаклей заявляется. Опять же, может быть вопрос того, что... В вашем или не вашем интересе, но к вам то ли на работу какой-то бубновый человек, тут уже бубновая парочка может быть, к вам. Но опять же, это очень похоже на болезненную какую-то страдальческую ситуацию для вас. Просто болезненная и страдальческая. То есть человек, который приходит и на что-то жалуется, но это вопросы реально как болезни. Тут у вас в прямом смысле вопрос или консультации, или обговариваете, или даете направление, ну что-то такое идет в вопросе рабочих порядков, именно денежные карты, скорее всего, для вас. Чтобы говорить, что это... Тут в ближайшее будущее, скорее всего, смотрите, будет какая-то встреча, дорога лежит, но это, как я уже говорила, или женщина какая-то с таким ближним интересом к вам, вот, или кровник какой-то, но опять же, с тем, чтобы... разобраться в каких-то бумажно-деловых решениях. Слушайте, тут совершенно деловая карта. Здесь женщина, которая, в принципе, занята достижением успеха, есть какая, ну, как своего успеха для своей жизни. Она как будто бы вы поднимаете... Ой, извините. О, начинается. Но это как бы тоже неплохо. Так. Вы знаете, тут, скорее всего, что-то неожиданное уйдет из жизни этой женщины. То ли вы разрешите чей-то конфликт, то ли вас кто-то действительно донимал вопросами. Вот, то ли подружка сидела на ушах, ну, как-то очень уж мощно. Но в самое ближайшее, как бы, вы избавляетесь. Но и у вас в состоянии таком, чтобы вы не прочь, вы об это осмысляете, вы не прочь бы отдохнуть, в принципе, может быть, поразговариваете с кем-то именно в таком направлении, что вы для себя, ну, как бы, желаете немножко, ну, как-то уйти в тень, скажем так, отдохнуть. Потому что здесь реально очень много вопросов, по которых вы просто, ну, тут женщина вот варится, варится и варится в этом каком-то рабочем состоянии. Нет, я не скажу, что это для вас, в принципе, состояние. Скорее всего, это все-таки человек, король бубновый, с некими вопросами такими, ну, как бы, вот, страдальческими. Что-то у него на работе не ладится, или как бы в вашем интересе, или без вас, ну, если вы на себя смотрите, если на другую женщину, то именно без нее как-то он приходит, ему плохо, что-то помоги, подскажи, ну и так дальше.
Ну, в принципе, я вам скажу, дама, это с бубновая уходит. У вас та, что в ногах стояла, смотрите, с этой злобой. Так что, может быть, и соперница в таком случае. Может, там какой-то мужчина к вам подбивает эти... подбивает клинья. Как-то так, любовная, хотите закрыть как бы больше по разговору. Дороги. Много работы. Действительно много работы, такой, от которой вы уже очень сильно устали. Ну, тут как бы сложный рабочий процесс. Что-то такое, которое возникает неожиданно, ниоткуда. С этим надо разбираться. Вот, знаете, вот это все валится, валится, крутится. Ну, и знаете, из-за этого вашего рабочего процесса, скорее всего, страдает и немножечко как домашний уют. Может, дома не бываете. Ну, или та женщина, на которую вы... Смотрите. Нету любовного спокойствия, как бы, знаете, вот все впустую, какие-то хлопоты такие. Все впустую. Ну, в принципе, на надежды король, может быть, что король бубей тут какой-то такой, знаете, непонятный для жизни, нарисовался там с какими-то, возможно, претензиями, или который будет говорить, что ему сложно, сложно, болезненно. Может быть, еще со своей такой сердечностью, вот заболел прям из-за того состояния, что у него на сердце. А все-таки при какой-то даме ваших, ну, то есть ваши хлопоты, в принципе, при какой-то червовой даме остаются. Это близкая таки дорога в вашем таки интересе, потому что, в принципе, ее и в вашем интересе. Может быть, вы еще с деньгами связаны, то есть зарабатываете, если вы консультируете. Или вопрос того, что, ну, может, действительно в вашем интересе, потому что тут в любом случае как бы ваша карта идет. Ваша карта идет и разрешение вопросов с этой женщиной, которая у вас как бы есть, вот показано этот в каждодневном общении. Говорю, здесь может быть и дочь, здесь может быть и подруга, кто-то с близких. Вот тот, кто постоянно возле вас. В принципе, не знаю, кого вы загадали. Если себя, то вы полностью заняты работой, какой-то женский коллектив и с мужчина, который пробивается как-то. Но можно сказать, что обратите внимание, потому что у вас там в ногах стояла, если это парочка бубновых, или мужчина при своей надежде, ну как-то так, или женщина при своем желании, может тоже быть, которая просто продавливает пространство, тогда она как-то, вот если женщина, то в любом случае она как-то по минусовке действует. Может быть, даже откровенно по минусовке, или какие-то заговоры плетет, или еще что-то такое.
Вот на это обратите просто внимание. А если мужчина, то он, скорее всего, может страдать, может возле него какая-либо женщина, потому что все-таки вышла как пара людей. Ну, как-то пентакливые переплетаются. И плюс на эту женщину как бы ложится эта дама. Злоба, как я ей говорю. Ну, там по-прошлому там и крадник какой-то, там и слезы какие-то. Ну, что-то не очень приятненькое. Скорее всего, вы, может быть, и поэтому в такой закрытой, ну, как бы атмосфере, только рабочие процессы ваши, потому что могло быть там дорога, как бы действия, то, что показали по вашей жизни, вы, скорее всего, чистку проводили, ну, или разборки какие-то могли устраивать. Поэтому у вас, как бы, пространство свежо называется, свежо. Ну что, все. Так, для вас. Ну, смотрите, все равно эта дама выходит для вас, именно для вас. Разговоры, много ваших разговоров, может, опять, она в кругу, скорее всего, ваших друзей, может, близкая, говорю, близкая. Вот вы постоянно о чем-то печетесь, постоянно о чем-то разговариваете или помогаете, или она вам помогает, ну, вот, какая-то такая каждодневная кутерьма. Так, для дома. Решаете вопросы, в принципе, опять же, вашего дома. То, что, возможно, какие-то договора, вложения, тоже встречи, но, скорее всего, именно по вопросам, которые надо привести в порядок. Но тоже можно сказать, что, как я уже говорила, что вы, может быть, ну как-то дому завалены настолько работой, что дому мало как бы даете внимания. Ну, в принципе, так, дома по большей степени спокойствия. Так, для сердца, ваша жизнь или два короля. Король какой-то идет с дороги, быстро причем. С ранней дороги для вашей жизни идет король. С предложением, скорее, каким-то, но так как он кубков, поэтому, скорее, может быть, с любовным предложением. Ну, или два короля, в принципе. Но один, тот, что чашевый, он все равно с дороги ранней к вам. Что было? Проблемы какие-то были, скорее всего, сложные проблемы, сложное пространство, болезненное пространство таки выходит. Как будто бы болезненное, вот решали вопрос любви с бывшим человеком. Ну, наверное, разорвали. Что будет? Сама дама выходит. Крестовая, бубновая любовь, в принципе, здесь сходится. Но тут как-то интересная любовная карта, а еще хороший выигрыш может быть при вашем интересе, когда вы удовлетворены морально и материально. И чем сердце успокоится? Любовью. Неожиданная любовь тут в ваши двери постучится. Это также может быть вопрос, когда вы решаете, действительно, возле вас крутится много-много людей, вот тут как будто бы у человека, ну, что-то по работе. Если вы возле вас, если вы на себя смотрите, и если на кого-то, то именно возле этой дамы. Она как-то здесь, ну, в принципе, королева жезлов, королева крестовая, она, это действительно деловая дама, она постоянно занята на работе, она постоянно, это не домашняя,
Не домашняя, как это, та, что сидит дома, не женщина, которую очень сильно интересуют эмоции. У нее на первом месте действительно ее профессиональный интерес. И там уже несколько раз выпадала карта именно профессиональных достижений. И это у нее важно. Важно до такой степени, что это даже, говорю, отображается на ее домашних делах. Она может быть, это женщина, которая берет работу на дом, которая или дома работает, ну, всякое бывает, или какие-либо другие такие сопутствующие факторы, когда она, ну, ведет, опять же, какие-то консультации, переговоры, еще что-то из дому тоже может быть. Ну, то есть, даже вплоть до того, что у нее дом на работе, ну, вот как-то живет на работе. Ну, вот есть у нее интерес, есть, может быть, человек амбициозен, и поставила себе какие-либо цели. Вот столько-то заработать, потому что здесь, тоже как бы и работа сами цели по работе у нее важны и важны, ну или для вас, денежное удовлетворение. Здесь много встреч, много переговоров, просто тоже как бы вся эта бубновая масть. Это соглашение, это подписание договоров. В принципе, говорю, тут не страдает женщина от отсутствия внимания, как со стороны коллег по работе, так скорее женщин, так и тут какие-то мужчины, я говорю, нарисовались в ее пространстве, хотя до тех пор, как бы, там одни женщины выходили. Ну вот, как-то так. Но это ближайшее. Здесь очень приятная, неожиданная радость, любовная, можно сказать, или все-таки еще как бы денежные хлопоты, которые реально приносят удовлетворение. Вот просто это называется на ах. Вот так. Вот свалилась какая-то такая награждение, еще что-либо такое, когда уж очень неожиданно и очень-очень приятно. Вот так. И очень-очень приятно. Тут может неожиданно кто-то в любви признаться, ну или в заинтересованности. Выйдет так, что эта заинтересованность имеет возможность, ну как бы имеет возможность открытия как бы дальнейшего пути. То есть, ну может быть, действительно отвлечет что-либо эту женщину от того, что она вот у нее там было в голове, говорю, ощущение, что она просто хочет отдохнуть. Ну или говорю, тут какая-то чистка все-таки может проходить, и кто-то закрывал любовный интерес, и это опять же это злоба, как-то злоба. И вот, а если были стяги, или были крадники, или было что-либо подобное, то, что по прошлому показала, и как я вам уже сказала, вопрос того, что женщина провела чистку или разборку какую-либо, это может быть, в принципе, магический уклон, а может быть и вопрос того, что, ну, потому что тут грязные карты по прошлому ложились и как бы отдавала и на ментальный уровень этим всем, вот немножечко под закрытые дороги. Поэтому и могла женщина, в принципе, открывать дороги, в принципе, на свою жизнь. Вот так. Ну или, как я говорю, это могла быть как и пара, так и любовная жизнь. Вот женщина, которая, в принципе, открывала дорогу на свою любовную жизнь, надежды ее. Вот. Ну, я думаю, все. О, держите, хорошенькая карта. В принципе, приятные любовные свидания. Приятные любовные свидания. Что там у нас? Что там у нас? 29. Да. А ну-ка. Три карты для вас, независимо на кого вы смотрели.
Бонус для тех, кто досмотрел. Три карты для вас. Мишка. Косолапый по лесу идет. Лилии. И птички. Переговоры с сильным влиятельным человеком в защиту для вас. Очень хорошие карты, благостные карты, встречи, тоже как бы приятные встречи. А еще может быть, когда вы тот человек, который чувствует себя при силе, при могуществе, все отлажено, все нормально, и как бы пролонгированная дорога в будущее, здесь как бы сходится и сила, и благородство, и благочестие, все как бы в человек, который может немножко как бы расслабиться на будущее, потому что это порхание, это легкость, это чириканье, ну как-то так. И сад тоже говорит о том, что ну, это встречи, это приятности, это, возможно, коллектив людей, это свобода. Но это, опять же, чириканье, хорошее чириканье. Если я говорила, вы смотрели там на себя, и ситуация, как я сказала, этот коллектив, змеиное кубло, то скорее вы опять там что-то очищается, там проходит некая работа, или вы провели, или кто-то каким-то образом свернет, просто уйдет по вопросу как бы сбрасывания, потому что сбрасывание негатива. Ну, если этот человек, то может быть, что человек рассчитается как-то, ну, уйдет, все. Вы тут при своей. При своем, или, говорю, даже вот женщина, может, это и мужчина какой-то, очень интересный для вас. Вот. Все, счастья вам, любви, всего наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.